Так, доброе утречко! Нифига себе проснулся. Вот это я подарочек кому-то готовлю. Срать туда, руки не мыть там же, как говорится. Так, а что у меня с домом-то вообще? Я что, какой-то нефтяной магнат, что ли? Опять переехал непонятно куда. Да и вечно переезжаю. Езжу с этими коробками, они пустые, там даже нет ничего. Я их просто с тобой для палева таскаю, что у меня типа вещи с собой есть. На самом деле, даже и вещей-то с собой нету. Как-то так и живем. Дай-ка угадай, здесь, наверное, Васильич, да, живет? Вот сто пудов здесь живет Васильич. Васильич! Я даже вижу, окно уже, спит он там лежит. Подожди, там даже будильник есть. Тихо, Васильич! Ё-моё, а! Разбудить его хотел. Не... Ну, ладно, он сам проснулся, чё ж тут поделать-то. Спал, никому не мешал. Чё и дверь закрыта, а? Ты только посмотри сюда. Так, это, видимо, его подвал с золотым ключом. Так. Это, видимо, как-то откуда-то должно подвинуться. Так, а это что? Так, я не понял, почему я не могу уходить куда-то? Опять-то меня браслет нацепили, что могу двигаться только в определенной области, что ли? Здорово, Василич! Как твои дела? Не очень, ну иди домой, раз уж не очень. А, ты на улице решил? Ну иди прогуляйся еще. Чтобы нет, как говорится. А я тебе по дому пока похожу. Так, если у него по дому хожу, значит он и назад не зайдет. Так, белый ключик я нашел. С ним я в комнату пошел. Здесь я нету нифига. Вот такие вот дела. Да что за беда-то? Телевизор есть зато. Старенький, правда? Куда мне такой телек-то девать-то, а? Так, посылка для мистера Васильевича. Принимаем, ни о чем не забываем. Ё-моё, да что здесь все так навалено-то, а? Заперто опять. Так. Не знаю, что это, свет, не свет. О, что-то где-то открыл. Тихо. Васильевич, как ты меня вообще увидел где-то? Я на втором этаже у тебя здесь тусуюсь. Так, это что у тебя? Камин на второй этаж влазит? Нифига себе ты. Молодец какой. Так, а можно ли? Нет, нельзя. Васильич, друган. Здорово, Васильич, как твои дела? Да ё-моё, тупик. Вот тебе на. Так, ладно, надо все это дело повыкидывать. Мы все выкинем опять. Раз, два, три, четыре, пять. Бегает, прыгает. Что-то ему надо здесь опять. Так, давай ищем ключи. Самолет, это нормально. Я недавно на нем летал. Правда, не на таком маленьком. Я там тоже один был, не слишком большой. Так, что у меня где есть? Мне бы вот ключики здесь найти где-нибудь. Так, кубик Рубика. Так. Уже нифига нету. Васильич, я у тебя всю хату здесь разнесу, ты понял? Так, а где ключи-то взять? Где мне взять ключи опять? Раз, два, три, четыре, пять. Да тихо ты, кресло, у меня мяч есть, не волнуйся. Не кипишуй ты так. Так, здесь тоже нет ничего. Так. Ага. Так. Ищем дальше. Может, найдем? Может, куда-нибудь пройдем? Так, таблеточки Васильича.
Полные руки всякой фигни набрал. Опа-на! Василич, у тебя ключей нету? Ключи, говорю, есть, нет? Есть ключ. Дай ключ. А если найду? На, вот тебе еще. Так, а вот эта штука поднимается, я так понимаю, да? Так. На кресло, Василий, сидеть будешь. Лучше сидеть на кресле, чем где-нибудь в других местах. Так, это откуда-то оттуда. Где решетку открыл вообще? Чего открыл? Вообще не понимаю. А чё я ничего найти-то не могу? Слепошарый Алексей. Он здесь в мире всех слепей. А Василич прибежит. Василич, чайник мне домой. Чайник нужен, чайник. Все, беги отсюда. Вот, да, правильно, убегай, молодец. Какой хороший Василич. Так. Так, а что там висит? А, там в шкафчике надо забрать. Открываться, видимо, откуда-то сбоку будет. Вообще непонятно. Вообще непонятно, где и что мне здесь искать. Раз, два, три, четыре, пять. Может, где-то в полках есть. Я у тебя все, все заберу, Васильич. Все, что есть. Чтоб не мешалось. А, ты на улице, что ли, был все это время? Нифига себе. Пойдем за дом кое-что покажу. Мне там кружка именная. Васильич, ты где? Правильно, беги, беги ко мне полностью. На! Получи, распишись. А, вон же ключ лежал. Телек взял и ключ не увидел. Фига себе, я молодец. Так, синий ключик я нашел. Семья дальше здесь пошел. Раз, два, три, четыре, пять. Нужно ключики искать. Нет, здесь в комнате по-любому что-то есть где-то. Доски вон хорошие есть. Чё это? О, антенну врубил, нормально. А чё она открывает-то? Чё-то где-то я открыл. Потому что я дебил. Так, ладно. Василич, Василич, здорово, братан. Василич, ты надоел, да? Ты либо произойди, либо выйди. Не дает мне ничего сделать. Я ж говорю, я у тебя все здесь выкину нафиг. Чё ты встал? И еду твою заберу. Куда ты бежишь-то постоянно? Надоел, сейчас капкан твою уберу. Пойдем на улицу гулять. Раз, два, три, четыре, пять. Ты идешь? Нет. Побежали, побежали, мы куда-то прибежали. Молодец, Василич наш. На, еще получите, распишитесь. Третья попыточка, Василич, давай еще разочек. Фига себе, как ты делаешь это, как ты? Какая игра? Какие эмоции? Так, подожди. Во. Опять же, где и что я открываю? Я ничего не понимаю. Ключей, главное, не вижу. Ключей не вижу я опять. Раз, два, три, четыре. О, вот отлично, я здесь открыл. Так, а мне все равно сюда этот нужен. Ту-ту-ту, гаечный ключ. Гаечный ключ. Найди ты опять. Иди ты гулять. Па-па-па-па-па-па-па. Так, вот эта штука откуда-то должна открываться. Надеюсь, здесь нет каких-нибудь микропереключателей. Типа книгой, там что-нибудь еще такое. Ну, вроде как не вижу. Там Василич, по-моему, уходит. Ходи, ходи, Василич. Пока вы ходите, мы грабим, Василич. Так вот у нас завелось.
На, молока попей, кальция много будет. Чтоб падать было, так сказать, не так ущербно для тебя. Не угадался ли сейчас он молоко в меня кинул? Давай, Васильич, беги сюда. Беги сюда, кому говорю. А, ты с этой стороны решил? На, послушай, музыка прекрасная. Теперь у тебя в голове играет. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ладно. Всякую дичь собираю. Так, ну ключей-то нету. Где ключик-то мне взять? Подожди, я здесь же... О, во! Еще что-то где-то открыл. Так, ключ зеленый я нашел. Васильич! У меня гвоздь. Бойся гвоздя. Бояться надо не ножа, а вилки. Один удар, четыре дырки. Так подожди, зеленый ключ, он же просто от этой двери, от основной. А мне нафиг не нужен ключ этот зеленый. Не, серьезно. Чем он так затарен-то тогда? Не, ну типа есть там зеленый ключ. И чё? Мне вот вообще ни тепло, ни холодно от этого. Да, он отсюда. Да ё-моё, а! Васильич, не надо! Васильич, друган! Так, там, подожди. Там ключ на полу. Там реально ключ на полу. Иди-ка сюда, Васильич. Иди сюда, родной. Тик-так, тик-так, тюк-так! Я же этим ключом вроде ничего не открывал еще. Как-то очень странно, ключи здесь расположены. О, гаечный ключ я нашел. Так, видимо, еще где-то одна решеточка есть. Ну ладно, это я найду. Так, это и так включено вроде. Так, давай сейчас наверх я залезу. Что-то все открываю, открываю, открываю. Все чуть ничего не открывается. Уж 28 тысяч решеток открыл. Так, что у нас здесь? Отмычка, отлично. Буду отмыкателем. Или отмокателем. Отмок я в море уже. В Таиланде. Так, ну ладно. Надо забрать этот зеленый ключ. Он, в принципе, и нафиг не нужен. Так-то на секундочку. Чего, зачем я это сделал? Так, лом. Я взял лом, пошел на пролом. Интересненько. Где-то не могу найти... ответить на одну загадку. Так, здесь же больше нет окон. Окон нету нифига. Мне надо вот эту штуку открыть. Я не понимаю, откуда она открывается. А почему это так врублено? Вот все идет, все включено. Опа. Ага. Ты смотри-ка.
ты смотри-ка. Во дела. А что, она там еле-еле поднимается или что? А как мне туда подняться тогда на ней? Так она моментально поднимается. Фига себе тут ребусы. И как я это должен делать? А, вот, шар для боулинга надо, все, я понял. Шар для боулинга надо бы найти. Ищем, ищем шар. А можно мяч, в принципе, обычный. Какая разница? Василий, тихо, отстань! Отстань! Не лезь ко мне, не лезь! Все, иди там в дом куда-нибудь, прогуляйся. Так, 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 бегу, 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 бегу. Фигня все. Так, надо все-таки шар для боулинга, видимо. Так, ладно, мяч я этот не буду далеко выкидывать, может, он мне пригодится еще. Так, есть обычный мяч. А, вот шар для боулинга есть, отлично. Так, здесь ничего нет интересного. Так, у меня вот дверь не открыта. Вот тут дверь закрыта, как туда попадать, вообще не понимаю. Здорово, Василич, как дела? Нормально все у тебя? Так, давай, 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 пошли. Тихо, тихо, тихо. Угу. Вон так, так, да, у нас? Куда ты укатился-то? Да ё-моё, Василич, отстань! Я ушел, Василич, ушел. В смысле не ушел? Я ушел, говорю же, ушел. Давай иди отсюда куда-нибудь. О, молодец, иди там погуляй. Что-то, может, найдешь интересное. Да тихо, Василич. У меня тут эксперименты. Эксперименты с Василианус. Иди за дом прогуляйся. За дом иди погуляй. Там погодка хорошая. Медведей нет. Ты дурак, что ли, или чё? Ты чё кругаля тут наматываешь? Чё, бейсбол пришел играть, что ли, или чё? Так, все, он вроде пошел. Да ё-моё. Так, ладно, если сюда ложить. Так он не катится и сюда ложит. Как ты мне дорог, а? Да блин! Василич, отстань! Василичу плохо. Уходи, Василич, уходи. Да блин, бесишь, бесит. Давай прыгай! Да Василич, уйди, пожалуйста, просто уйди. Уйди куда-нибудь. Вон на улицу погуляй, еще куда-нибудь сходи. У тебя своих дел там знаешь сколько.
Да ты что, издеваешься, что ли, надо мной или что? И долго ты так ходить будешь, надо мной издеваться? Можно поинтересоваться? Ну, блин. Ну что тебе надо? Иди, иди куда-нибудь, куда шел, иди. А здесь он не пролазит. Он не начинает дальше идти. Да тихо ты! Да ё-моё, Василич! Чё ты мне всю малину портишь-то уже второй раз? Ну, кстати, так реально, да. Туда надо, значит, запихать. Уйди, просто уйди. Уйди, Василич, уйди, пожалуйста. Куда-нибудь, просто уйди возьми. Не в гараж только. О, молодец. Так, мне кажется, не катится. Да. Блин, идеально было, Василий взял, помешал мне. Отлично. Наконец-то. Да, детка. Иди нафиг. Нашел меня, ты смотри-ка, а? Внимательный какой. Ты меня бесишь, что ли, или что? Пойдем на улицу опять. Будем ведра мы считать. Вот ведро вы получили, распишитесь, уходите. Ключи-то. Здесь, наверное. Пульт. Не понял. Здесь явно должен быть ключ какой-нибудь. Полкомнаты у него здесь вынес уже. Я же говорю, я у тебя все вынесу. Ну, молодец, наверх побежал. Здорово, Василич. Здорово, друган. Так. Пойдем за дом, Василич. Пойдем погуляем. Ты где? Давай, 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 с окна, молодец. Мы бежим, бежим, опять. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то еще я где-то открыл. Я вот вообще не понимаю, что и где я открываю. Ну ключей нет. Мне вообще два ключа надо. Где их взять? Я тут не знаю. Куда я решетку все открываю? А, может быть, на втором этаже дверь типа закрыта.
решетками. Я типа вот так открою, нет. А что за решетки я открываю? Я тут реально не понимаю. Как ты мне дорог, а? Что-то все открывается, где-то открывается, открывается. Куда что открывается, я вообще прям не понимаю. Очень интересно, смотрю. Дверь там вообще просто заперта. Что-то ерунда какая-то. Какая-то ерундовина. Эти все открыл, подвинул. И ключей я здесь нигде не вижу. В чем прикол-то? А, это вот он, еще понятно. Нифига себе, вот это я сам себя оттолкнул. Че, так можно было, что ли? Здесь ни дверей, ничего нет. Ой, ни ключей. Только картина сверху. Ключом этим я там открывал. Дела, дела, дела. Ё-моё. По-любому на втором этаже дверь, наверное, открывается при помощи этого кукольного домика, скорее всего. Вполне вероятно, кстати. Типа нажму, и она откроется. И там, наверное, ключ найду. Только где мне еще ключи найти? Вот этот вопрос для меня немножко непонятен. Вообще непонятно. Мне нифига. Такие вот дела. Подожди, дай я посмотрю, что открывает эта картина, которую я вот нажал на первом этаже на потолке. За какую решетку она вообще отвечает? Я что-то не понимаю. Прям реально. Она вообще за какое-то подземелье отвечает. Подземелье, какая-то решетка. Я даже не знаю, как туда добраться. Я вообще не знаю, что я, где я вообще открыл. В смысле, для меня что-то это непонятно. Так, а что мне делать-то теперь? Сейчас, подождите, я посмотрю. Может, что-то это затягивается все дело. Так. В смысле? Я, короче, тут немножечко что-то я не понимаю. Это что, вот это телепорт куда-то или что это? Короче, дело к ночи. Вот один ключ здесь.
А, подожди, он теперь сам вылез, отобразился. Я же его не видел до этого, сколько не бегал. А второй... Я, получается, вот на первом этаже открыл решеткой. Под землей открыл решетку, там ключ, и он должен был телепортироваться куда-то. А куда? Вот это я не понимаю. Это я реально не понимаю. Типа вот, я нажал на картину, когда на первом этаже. Вот здесь есть этот. Решетка. На ней лежит ключ. Ключ, то есть, упал сюда. Скорее всего, он куда-то это, с решетки с этой телепортировался. А как мне понять, куда он телепортировался? То есть, как-то тоже не очевидно. Или типа я врубил, в смысле ключ взял, там с небес упал, появился или что? Или как? Как это работает? Где он должен появиться, этот ключ? После того, как он падает с решетки красной. Как мне догадаться об этом? Что-то я не понимаю. Может быть, он типа упал, в эту комнату попал, либо он вообще, может, пропал куда-нибудь. Может, а он на той решетке под землей лежал. То есть, соответственно, он падал вниз, скорее всего, и куда-то в какое-то место он должен был телепортироваться. Какое для меня немножечко непонятно от слова совсем. То есть где его должен искать? Куда он делся? Куда попал? Где, зачем и почему? А, вот, да, все, все, теперь понятно. Короче, на телеке пропустил и здесь. Все, я все понял. Типа он смылся с крыши и так далее. Теперь понятно. Ну, как бы, чуть-чуть все равно непонятно было. Так, теперь мне, наверное, эта дверь открылась, да? И здесь золотой ключ. Все. Все понятно, я все понял. Я все понял. Все, Василич, давай прощаться с тобой. Я не хочу больше с тобой дружить. Часики закрутились, лайки намутились. А там на телеке спереди какая-то подушка, типа, короче, была. Я из-за этого ключа не видел до этого. А сейчас я подошел, нет подушки. Спасибо, что поиграли. Привет, говорит Алексей Смертник. И тебе привет, создатель мода. Ну что, если я нажму на картину и выпадет со сточной трубы ключ, это немножечко не это. Непонятен этот момент был. А желтый ключ, да, я просто там пробегал много раз. И там что-то спереди было. Блин, я уж думал, у меня крючком завис. Прям я сейчас прям испугался. Я думаю, вот ништяк, видос до конца записать. И просто взял, и все зависло. Ребят, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал на Рутубе и на Дзене. На Рутубе, конечно, желательнее. Дзен, потому что нынче вообще обнаглели. А, вот. На Ютубе, конечно же. Ставим лайки свои, пишем комментарии, друзья. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертник. Всем отличное настроение, всем удачи, всем пока. Шоу уже какой идет, 7-й или 8-й день, как я подряд сижу, вам ролики снимаем. Сейчас вот снимаю, то есть вы это вообще еще увидите, я даже не помню, в какой день вы это должны все дело увидеть. Я уже даже подзабыл. Вот. Все это дело увидите. Вообще, на какое число я это снимаю? Я даже не знаю, на какое число я это снимаю. Короче, ладно, сейчас разберусь. Все, давайте, всем пакет, спасибо, что посмотрели. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертник. И мод назывался у нас, сейчас я вам скажу название мода. Квест 228 у нас назывался мод. Вот, как-то так. Все, давайте, ребят. Всем удачи, всем пока.